Приветище! Это Академия Букашек. И наш главный персонаж Мух, Мухаль-Бухаль, как мы его прозвали. Загорает он на нашей колбе, ленивая жопа. Загорает он также на фоне университета, точнее Академии, Великой Академии Мух. Ну и сегодня мы... Что мы будем сегодня делать? Продолжать учиться! Мы закончили 3 класса, мы даже пошли в старшую школу. По-моему, 5 класс. Но перед тем, как продолжить наше обучение, нам нужно с тобой сходить в магаз и пошопиться. Пошопиться! Так, обожаю шопиться. Особенно, если это для мух, просто чума. Что у нас тут есть? У нас тут есть куча шапочек. Вот такие вот, типа выпускные. Выпускные шапочки, не помню, как они правильно называются. Ну, короче, шляпа выпускного. Одеваем мы, и мы типа выпускники, но нам это не подходит. Мы также можем мигалки надеть на голову. Вот так вот надеваем, и все. Полицай Мухаль. Мухаль полицай. Летает и штрафует коров за превышение скорости или поедание чужой травы. Поедание ложной травы. Ладно, короче, будем полицаями. Погнали, выходим на службу. Открываем, значит, колбу. Уважаемые мухи и мухишки, комаришки и любые букишки, соблюдайте самоизоляцию, из дома не выходите. Наша остановочка — это класс 1 для мух. Нам именно сюда. Погнали! Так, значит, учебный класс для старшаков, где он у нас? 5 класс мы прошли, 4-й прошли, 5-й мы тоже с тобой прошли. Значит, 6-й класс мы уже, в 6-м классе, нифига себе мы здоровы с тобой. По-моему, будем сейчас метать коров. Да, метание коров. Ну что ж, погнали! Ю-ху-ху. Метание коров. Забросьте корову как можно дальше. Не забывайте, что коровы могут прыгать. Здорово. Ну чё, баскет коровами? Ой, не зря мигалку нацепил. Ну, мне на самом деле показалось, что это не коровы, а овцы. Так, значит... О, братюни, здорово! Банда ДПСников! Так, банда полицаев. Что ж, берем корову. Поднимайся, алкашонок коровий. Поехали в этот, в обезьянник. Ладно, выкидываем их. Опа. А, это мы, получается... А, прыгать можем. Я забыл про прыгание. Давай, 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 коровка, прыгай. Прыгай, прыгай. Ну, я забыл про это совсем. И берем еще одну коровку, синенькую. Раскачиваем ее. Ух, и давай, пошла, пошла, пошла. Прыгаем. Ништяк, дальше. Еще. 500-очка вылетела. 600 не набрали. Эх, жалко. Попыточка номер 3. Берем разгончик. Врубаем нитро. Давайте, ребята, и раз, и два, и три, и 4. Хопа! Ништяк, ништяк, ништяк. 800, 900. До 1000, до 1000. Давай, коровка, ну давай. Ну блин! 3 звезды все никак не получается набрать. Еще разок попробуем. Не сдаемся. Наши мухи-полицахи. Бухали-мухали-полицахи. Не сдаются. Так, давай повыше. Повыше взлетим. Максимум высоту. Давай, и раз, и два, и три, разгончик, и поехали. О, корова Спайдермен. Она чуть по потолку не побежала. Давай, 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 давай. Это что за акробатические номера такие были? Ну, 1000, чуть-чуть. Есть, косарик, косарик. Ну, почему мне 3-ю звезду не зачитали? Вот это вопрос. Непонятный. Ладно. Еще одну корову кидаем, и все, и сваливаем отсюда. Так. И размахиваем коровой как веником. Давайте, ребятки. Разгончик и... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Косарик, давай. Не, косарик не будет. Но, блин. Ну все, короче, 2 звезды. Хватит с меня. Максимум косарик я выбил. Больше косаря не получилось. Улетаем отсюда. Мухи живут 4 недели. Любопытный факт у нас вот такой вот. А, чтобы 4 звезды нужно было 1200 выбить. Вот так-то. Ну и пофиг. Косарик тоже неплохо. Так. Дорогу полицаем. Всасываемся в трубу. И мы закончили 6-й класс. Поехали на 7-й. В 7-й класс. Огребление. Это как? Огребление. 40 огреблений, и я получу 3 звезды. Ну шикарно. 5-ку за 40 огреблений. Итак, огребление. А, это мы будем грабить грибы. Соберите как можно больше грибов за отведенное время. Используйте специальный грибной магнит, чтобы быстрее справиться с задачей. О, да, щекотать мои лапки, мухи!
Мухоль-бухоль, полицай, ограбитель. Что ж, давай попробуем ограбить грибы. Точнее, собрать грибы. Смотри, у них глаза есть. Когда я летаю над ними, они открывают глаза. Значит, иди сюда, иди за мной. Я знаю, куда тебя доставить. Вы, пассажир, будете отправлены в корзиночку. Вот в эту корзиночку. Вот так вот, свертуха на тебя. На! О, ты смотри, коровы-то, они собиратели, они грибники. Ядрен батон. С корзиночкой в сапогах. Коровьи грибители. Как они там? Коровьи грибители. Или грибители. Да блин, собиратели грибов, короче, вот. Так, друган, здорово. Давай хватаем этот гриб. Надо его доставить в корзиночку. Есть. 40 грибов нам надо. 40 грибов на 3 звезды. О, магнит, здорово. Братюни, давайте поднимаем магнит. И поехали собирать. Один гриб. О, спокуха. Грибы какие-то ловкие. Они бывают... Отцепляется от магнита. Нам этого не нужно. Еще один магнитик. Главное, чтобы нам эту всю тяжесть потом утащить. О, братишка. Братиш, проснись! Помощь твоя нужна. Вот так вот. Мухали-бухали вышли на важное дело. Огребление. Все, 3 гриба. Тащим в корзиночку. Ты посмотри, какие упоротые грибы. Божечки. В принципе, мухи тоже у нас упоротые. Полицейский беспредел. Так, так, так. Где у нас тут еще... О, братюнь, проснись. Надо выйти на пост. Опа! Ложный гриб. Точнее, спрятанный. Надо его доставать. Давайте, ребята, выкопываем. Выкопаем, выкапываем его. Так. Разбиваем стенку. По-любому там грибы спрятаны есть. Есть кто дома? Нет, кажется, никого. Хотя, если мы грамотно все сделаем, наверняка кого-нибудь там найдем. Нет, никого там не было. Вот еще грибочек собираем. Так, так, так. Сколько грибов, вот это на поляну мы напали, слушай. Так, укатываем их, точнее, увозим, укатываем. Мы же их все-таки по воздуху увезем. Так, 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 сколько мы сейчас кинем? 12 грибов у нас в корзиночке, замечательно. Где эта полянка? Вот она, поляночка, которую мы накрыли. Замечательно. А, сейчас всех соберем, если мы отсюда их, правда, сможем увезти. Максимум грибов. Ну давай, давай, давай. Не получается. Есть, всех зацепили. А, сколько упало. Черт, ладно. Везем столько, сколько можем. Красава. Скинули все эти грибочки. Возвращаемся за предыдущими, которые у нас отвалились. Они хотели от нас бежать. Но нифига, ни шиша у них это не получится. Потому что я великий огребникель. Огребникель. Мухоль-бухоль, полицай. Так, так, так. 3 грибочка. В общей сложности у нас сейчас будет 23 гриба, но нам нужно 40. 40 грибов для раскрытия этого дела на 3 звезды. Где еще грибочки? Здесь у нас пусто. Здесь мы все разворошили. Никого нет. О, телек. Могу телек свистнуть? Не, телек не магнитится. Печально. Фу, поляна грибов. Снова накрыли поляну грибов. Давайте сейчас попробуем их всех увести. Ага. Не, придется 2 ходки делать. Ладно, покатили их. Да блин, почему покатили-то? Везем, летим и везем. Доставляем. Черт, что-то нам отвалилось. Вот сюда вам грибочки. Правда, какие-то выпали у нас. У нас меньше минуты. Сейчас будет меньше минуты. Ну что, не хватает-то, ё-моё. Вот так вот скинем его. Вот теперь у нас меньше минуты. 50 секунд у нас осталось. Для раскрытия полного дела. Черт возьми. Так. Да капец, этот магнит. Давай, собираем. 39 секунд. Надеюсь, мы никого больше не потеряем. И нужно захватить того, кто прям перед корзинкой отвалился. Вот он. Забираем его. Давай, 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 давай. Вот это я промахнулся. Вот это подстава. Просто капец. Мухали-бухали, вот это подставон. Ну-ка, скидываем. Так, 36. 36 собрали. Блин, где-то еще должны быть грибы. Как так-то? Я что-то профукал. Что-то где-то профукал. Ну хотя вроде бы всех собрал. Быстренько. Сюда сейчас летаем. Ну капец. Любопытный факт. В полнолуние комары более активны. Ну, это очевидно. Вот так-то. В общем, мы собрали 36 грибочков. 37-й налетал где-то с нами. Заработали 2 звезды. Ну, в принципе, неплохо. Ладно, действуем дальше.
Так, так, так. Седьмой класс мы закончили. Отправляемся. Ой, в смысле? Я что-то не понял. Обычно. Смотри, как это было. Как это выглядело. Вот третий. Ой, вот пятый класс. Вот шестой. Вот седьмой. А дальше типа в стеночку. Класс первый. Мухи. Как-то так. Ну ладно, давай слетаем, посмотрим, что там. Какой-то беспорядок. Сейчас разберемся. Подожди, это куда это меня выплюнуло из этой трубы? О, класс 2, светлячки. А, у мух всего 7 классов, и ты выпускник? Вот это поворот. Черт подери, так надо мигалку тогда сменить. Я выпускница. Мухаль-бухаль, выпускница. Так, 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 надо шляпу выпускника одеть. Сейчас, по-быстренькому. Где эта фигня-то, блин? Кепочка выпускника, вот она. Мы ее одеваем, но там еще открылось что-то новенькое. Смотри, это что такое? А-а-а! Подожди, это маскировка под корову. О, обалдеть! Мухаль-бухаль, коровий лепехаль. Не-не-не, я не знаю, как это правильно сказать. Коровья муха. В общем, если у тебя есть интересное оригинальное название, как назвать вот этого персонажа, на голове которого надета корова, то напиши об этом в комментарии. Ладно, мы выпускника одеваем. И поехали в класс светлячков. Йо-хо, теперь мы светлячки. И там радиоактивные коровы. Серьезно? Ну ладно, пойдем посмотрим на них поближе. Так, получается, что все, я с мухой закончил. Теперь я светляк? Ну да, теперь я светлячок. Вот такой вот прикольненький. Ай, тогда ему надо снять шляпу выпускника, потому что он нифига не выпускник. Он только начинающий, у него сейчас будет первый класс. Ладно, погнали, чё. Посмотрим, что там мы будем делать. Найдите выход из темного лабиринта. Ну давай попробуем. Лабиринтики я обожаю. Так, время пошло. Светлячки светятся в темноте. А при свете они ни шиша не светятся. Но это же очевидный факт. Итак, это у нас начался лабиринт, и мы должны найти выход. Мы совсем одинешеньки... А, нет. Чем больше светлячков, тем ярче их свет. Это очевидно тоже. Спасибо, Кэпы! Я по-любому чувствую, что где-то здесь выход. Выход, выход. Наверняка нам нужно... О, кнопочка. Нажимаем. А, сюда что-то нужно притарабанить. А что притарабанить? У нас есть какая-нибудь фигурка? Где фигурка-то была? Была фигурка где-то. Где ж я ее видел? Фигурочка, вот она. Ай, надо было сразу ее с собой утащить. Но ничего страшного. Сейчас разрулим ситуэйшн. Мы же светлячки, причем разноцветные. Обалдеть, мы разноцветные светлячки. Я только сейчас на это обратил внимание. Да, кубик, ставься ты. Ставься, давай. Ну ладно, пойдет. Нет, скатился. Да что ты будешь делать? Время-то идет. А светлячки еще хуже, чем мухи. Они нифига не командные игроки. Вроде все. Прибыли. Здесь у нас открылись дверцы. Спокойненько сюда залетаем. Ищем новую коробочку, которую можно свистнуть. И... Ага, вот сюда надо будет коробочку доставить. Хорошо. Теперь осталось только ее найти. А она вон там. Она вон там. Я ее видел. Я ее видел. Она здесь. Внизу. Опа. Хватаем по-быстренькому. Шикарно. Вот это уже я чувствую командную работу. Не сюда. Вот сюда. И здесь кнопочка где-то должна быть. Где эта кнопка? Вот она. Кидаем куб. Как грамотно закинули. Нет, не грамотно закинули. Ничего страшного, сейчас по-новому поставим. Угу. Наверное, да, вот она. Е! Че, все что ли? Во время солнечного затмения пчелы прекращают летать. Любопытный факт, вот такой вот. Так, и че? И че, и че? А, мы 2 звезды получили за этот лабиринт, потому что нужно было уложиться за 1:30, а я сделал это за 2:30. Вот так-то. Ладно, полетели в другой класс лететь. Опачки! Привет, подружки-подружайки, светлячетки, светлячетки, четкие светлячки, это в переводе. Чё у нас там дальше? Шахта. У нас шахтерить отправляют. Ну, погнали. Шахта. Соберите как можно больше самоцветов за отведенное время. Используйте самоцветный магнит, чтобы быстрее справиться с задачей. Снова самоцветный. Фу, блин, снова магниты.
Меня загипнотизировали эти самоцветы. Хорошо. Но мы знаем уже, как что работает. Потому что мы уже грабили грибы с этим магнитом. Смотри, здесь у нас вагонетки, куда нужно все это дело поставить. Все самоцветы. Сейчас собираем как можно больше светлячков. Светлячки, где же вы все? Где же вы все? Вот они, самоцветы лежат. Вот еще один светляк. Теперь нужно быстренько-быстренько вернуться за магнитом. Надеюсь, что у нас хватит силов. Хватаем его. Есть. А, он на веревке. Обалдеть. То есть мы его должны вначале скинуть вниз. Скидываем вниз. И подтаскивать к нему самоцветы. Вот это дела. Ладно. Давай искать самоцветы быстренько. Опа. Подтаскиваем их сюда, к крану. Где кран-то? Вот он, упал кран наконец-то. Цепляем на него самоцвет. И отправляемся на поиски новых. Здесь у нас братюня спит. Ах ты, спящий шахтер. Любят они подрыхнуть. Еще один камушек. В той стороне больше нету, отправляемся в эту сторону. Так, так, так. Есть камень. Тут больше ничего нету. Тут вот камень, смотри, спрятался. Хорошо, сейчас вернемся. Оп. Так, еще один камушек, пожалуйста. Теперь синенький забираем. А там грибы ржут, смотри, над нами. Да блин, тут камни мешают. Ну че вы там застряли? Вон там, вон, смотри, грибы сидят, ржут над нами. Скотина, а? Неблагодарные грибы. Опа, зацепили. А, мухи! Ай-яй-яй, точнее, светлячки. Зацепились за камень и не хотели его отдавать. Следующий камень здесь. Сколько нам нужно камней-то там? Я забыл. 40, по-моему, тоже. Так. Первый этаж мы зачистили. Отправляемся на вторые этажи. Сразу же находим этот камень. Да что ты будешь? Отцепитесь вы от этой бетонной штуки. Вот. И, по-моему, кстати, мы потеряли где-то одного. Да, вон он. Светляк. Потеряли одного. Цепляем. Че, мне кажется, надо это поднимать. Давай поднимем, потому что это тяжелая вещица. Может, еще и потеряем камни во время подъема. Надо проверить. Опа. Где мы камни? Камни! Я прям как голум, который хотел кольцо из Властелина колец. Мои камушки, мои прелести. Блин, как он долго поднимает это все. Так. И отпускаем. Ништяк. 110 камней. Надо еще чуть-чуть. Надо еще чуть-чуть до 3 звездочек. Оп. Ну, блин, цепляйтесь вы. Ништяк. А, забыл магнит отпустить. Дрявая моя башкинь. Опускаем. И летим собирать. Да что ты будешь делать-то? Вот тут вот вижу свечение. Сейчас, опа. Блин, слушай, а может быть магнит этот я могу таскать? А не вот так вот собирать? Нет, лучше я буду так делать. Потому что если я буду таскать его по шахте, он где-нибудь запутается и потом в итоге потеряет все камни, когда будет вытаскивать их. В общем, это больше гемора будет. Ух ты, сколько тут их. Слушай, но мне кажется, что у светлячков задание намного интереснее, нежели у мух. У нас 50 секунд тем временем остается до окончания этой миссии. Нужно собрать... О, какой белый, смотри, здоровый. Надо его свистнуть. Так, потащили. Ой, капец, он тяжелый. Ну ничего, думаю, дотащим. Я думаю, что это будет наша последняя поставка. Этого камня. Вот так вот. Все, поднимаемся. А то не успеем. 30 секунд, 30 секунд. Быстрее, светляки. Так, поднимаем. Ножи. Шустрей. Давайте я помогу. Так, главное не растерять камни. Ой, тяжело-то мне. Сейчас кран поднимает вместе с моими мухами. Точнее, светлячками. Господи, мухи. Все, 3 звезды. Отлично, мы успели. Успели, 3 звезды. Светляки, вы красава вообще. У меня таких успехов с мухами не было. Чудесно. Любопытный факт. Комары существовали еще во времен динозавров. О-о-о. Но я, в принципе, это знал. Что у нас там следующее? А следующее у нас это... Ограбление. Ночное ограбление. Ну вот. То мухами грабили грибы, то теперь светлячками будем грабить что-то. 700 очей надо заработать, чтобы получить 3 звезды. Итак... Проникните в здание с высокой степенью защиты и украдите самоцвет.
Не попадитесь. А, самоцветы будем красить. Зашибись. Ну чё, светило в деле. Ограбим, сделаем все по-чистому и по-быстрому. Ага, а тут нас братью не поджидает. На стрёме стояли. Выламываемся в хату. Ой, нифига себе, как я вломился. Пол двери снес. Оп-оп-оп, спокуха. Лазеры. Это очень опасная вещь для нас. Нам нельзя попадаться. Мух. Мух. Корова-охранник. Ты посмотри, с фонариком, да еще и с мигалками на башке. Опасная вещь. А тут на складе дрыхнет наш братюня. Выходим отсюда. Не попадаем. О, тут можно вломиться вроде как. Да? Давай на скорости. Опа! Нифига, не можем вынести стенку. Ну что за дела? Чуть-чуть осталось. Во-во-во, вломились. Вломились. И можем вот здесь вот пролететь. О, зашибись, мы сократили путь. Ништяк. Что у нас тут? Оп, лабиринтик. Здесь закрыто, нужно лететь по шахте. Влетаем по шахте. Нужно найти переключатель. Черт возьми, вот это тут лабиринт начался. Провод идет здесь, значит летим сюда. Здрасте. Тут у нас охранник дрыхнет. Врубаем переключатель. И там должна открыться дверца. Ну-ка, ну-ка. Отлично, двери открылись. Ждем, пока исчезнет лазер. Пролетаем. Вот он, самоцвет. Балдежно. Ой-ой-ой, потащили его быстрее. Ой, в лазер попал. Черт возьми. Сюда влазим. Влазим. А куда его, кстати, вынести-то надо? Может быть, мы стенку сможем сломать? При помощи этого камня. Нет, не сможем. Где-то должен быть выход. Может быть, он все-таки внизу? Так, спускаемся вниз. Давайте, мухи, ну давайте. Опа. Какие прочные стенки, слушай. Капец. Ну! Прикинь, не можем сломать стенку. Я же как-то сюда проник. Давайте, ну чё вы? Вас стало больше намного. Есть! Есть, отлично. Сломали стенку, здесь есть проход. А, нет, ни шиша, нет, тут проход. Попробуем облететь все это дело. Опачки. Ай-яй-яй-яй-яй. Два лазера зацепил. Поверху мы сможем все это облететь? Надеюсь, сможем. А иначе все это было зря. Капец, как зря. Тут можно стенку вроде сломать. О, поверху можно. Можно поверху. А что-то сверху светит. Корова на шарике летает. Ты это видел? Обалдеть. Ой, сколько их тут летает-то. Оп. Чуть не сбили одну корову, и она нас не спалила. Все. Доставили в тачку. Смываемся, ребят. Светлячки могут синхронизировать свои мигания. Ого. Вот это я не знал. Любопытный факт. Итак... Что могу сказать? Мы не управились 700 очей. Если бы я не попал под лазеры, то мы бы управились, и было бы 700, и мы заработали бы 3 звезды. Ну, короче, я лопухнулся немножечко. Ладно, действуем дальше. Чё дальше, чё дальше? Космический... Чё? Космическая доставка. Тут невесомость, ты прикинь? Невесомость! Мы сейчас в космос отправимся. Обалдеть. Надо за 3 минуты управиться, и тогда будет 3 звезды. Космическая доставка. Вы работаете космическим курьером. Доставьте все холодильники и стиральные машины по космическим станциям. Вот это балдежно. Ну давай попробуем. 4-й класс, между прочим. Нас выплюнули из какой-то планеты. Или из звезды. Собираем вначале все... Ой, сколько здесь холодосов и стиралок. Чума просто. Давай одну возьмем. Так, взяли один холодос и потащили сразу же. Хорошо, что тут есть невесомость. Здесь стиралка нужна. Мы ошиблись адресом. И сарямба. Ой-ой-ой. Так, вот сюда холодильник. Сюда холодильник. Да блин. Что-то как-то все прыгает непонятно. Один холодильник доставили. Кусочки метеорита тут летают. Коровы-космонавты. Ракеты какие-то. Вот стиралку берем. Стиралку наверх надо доставить. Вот сюда куда-то. Где-то здесь стиралка должна быть. Вот в эту комнату. В эту квартиру. Есть. Доставка выполнена. Хватаем еще одну стиралку. И везем ее в дальний... В дальний угол. Вот сюда. Холодильник вылетел у нас со склада. Нужно его закинуть тогда в квартирку. Так. Где бы место ему найти? Вот сюда. Здесь отличное место. Шикарно. Вылетаем, я бы даже сказал, врываемся в помещение. Оп-оп-оп, спокуха. Замечательно, оставили холодос.
На чай нам ничего не дали за быструю доставку, но ничего. Вот он, холодильник. Мы схватили стол. На черта нам стол, когда нам нужен холодильник. О, как нас размотало-то, а? Ты глянь. Все, доставили все холодосы и стиралки. Дрозофилы были первыми отправленными в космос существами. Обалдеть. Ну чё, мы закончили 4 класс. О, я думаю, что нужно передохнуть. Ну, типа каникулы, все дела. Поэтому, если тебе нравится Академия Букашек, то есть тебя лайкос, подписочка, если ты еще не подписан, и, конечно же, комментос. Оставляй свои оригинальные и крутые комментосы, которые я обязательно прочту. Ну, а на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.